Добрались хорошо, дома потренировались, пообедали и долетели, пару часиков летели. Ну, хорошо долетели, сейчас расселились, отдыхаем, готовимся к завтрашнему матчу. Сентябрьская серия была неплохая, много было положительного, просто это положительное надо сейчас перенести на вот эту выездную серию. У нас сейчас 5 игр в поездке, так что надо хорошо сыграть в поездке. Команда «Сибирь», все знают, хорошая боевая команда, они очень хорошо играют последние несколько лет и очень хорошо дома играют. Им местная публика очень сильно их поддерживает и помогает, это дополнительный полевой игрок на них, очень хорошо играет в большинстве, очень сильное большинство, много забивает, поэтому нужно будет исключить ненужные удаления, завтра поменьше удаляться, и я думаю, у нас все будет нормально.